3 июля госавтоинспекция Амурской области празднует 79 лет со дня образования. По традиции сотрудников, обеспечивающих безопасность на дорогах области, наградили благодарностями за службу. Трем специалистам вручили грамоты по поручению Александра Козлова. Сам в РИО губернатора на торжественном построении присутствовать не смог из-за очередной рабочей командировки. Несмотря на то, что сегодня торжественный день, проходили праздничные мероприятия, сотрудники в общем режиме несут службу по обеспечению безопасности дорожного движения, конечно, в нарядном виде, в белых рубашках, но город также остается под контролем. На торжественном построении в честь Дня образования инспекции присутствовали не только часть действующего состава, но и ветераны. В настоящее время по области служат более 900 сотрудников ГИБДД. За отличную службу награждены 120 человек.